Kirill Trenton, the zoo director, along with his colleagues and their families, have been living together in the zoo since the Russian invasion began. They call themselves a zoo military commune. Мы живём здесь восьмой же день, ну, днём мы работаем с животными, ночью прячемся в убежище, потому что и прилетает, и был бой под зоопарком, и снаряды летают. Вот. Ну и если что-то произойдёт, как бы в зоопарке, то есть мы должны контролировать, чтобы животные не ушли. Да, у нас получается где-то 200 видов, порядка 4000 голов разных. Вот, есть маленькие голые, есть большие. Работников где-то, именно работников порядка 40 человек. Это и ветеринары, и киперы старшие, и работники, техперсонал, это электрик, сантехники, потому что это тоже надо. Многие попривозили семьи, то есть еще человек где-то 20-30 по сюда приехало. Так что такая как зоопарковская военная коммуна, я бы сказал, образовалась.